представьтесь, пожалуйста. Я пенсионер, помоложе его святой Николай. Живу в этом доме с 88 года. За этими деревьями все время ухаживали. С нашей стороны солнце такое ужасное летом. Под 40 с лишним градусов они нас загораживали. А сейчас что сделали? Поспеливали все насаждение весной, зеленое. Мало того, что жара, так еще вся пыль летит в окна. У нас же полы мы вытираем, это как асфальт. Что же делается? Это же без головы надо быть, чтобы все поспеливать, все зеленое насаждение. Все страдают от того, что загазованность, а мы уничтожаем зеленое насаждение. Ну мыслим ли это? Да что же у нас страна дураков, что ли, которые не думают ни о чем? Пожалуйста, молодой человек, ну, я не знаю, куда, к кому обращаться. Вот стоит дерево, ну почему не убрали? Вот взяли бы, убрали бы сухие ветки, а зелень у вас стоит. Она еще 100 лет простоит.